Самое страшное, что вы слышите на сегодняшний вечер.
Если вдруг кто-то пришел просто потрещать и встретиться с друзьями, а мы вам мешаем, там есть на втором этаже зальчик спокойный, тихий, когда музыка не доходит, и там можно трещать в полный голос и ржать от души. А здесь немножечко будете мешать соседям, которые пришли попеть. Я не настаиваю, просто рекомендую. Ладно, мы будем петь. Смотри, там вот идет прямая трансляция, ты прям сидишь и загораживаешься стеной. Спасибо. И мы подбираем очень простые мантры. Для того, чтобы петь, я обычно показываю, можно просто открыть рот. Нужно открыть рот для того, чтобы положить туда еду. Когда еда закончится и начнет сушить уже во рту, начинайте звуки извлекать какие-то. Что услышите от солиста? Например, сегодня я буду солистом, я буду его задавать строчки. Например, первая мантра будет состоять из целых двух санскритских слов. Ганеша Шаранам, Шаранам Ганеша, Ганеша, защити, помоги Ганеша. Такая мантра попрошайка, как будто бы нам надо. Double protection. Здравствуй, Марина. Я сейчас рядом, рядом, рядом.
Thank you.
кстати, если есть подушка в руках. У нас тут стулья есть. Экран. Слава, реки, протекающей во мне, слава, реки.
споем и разделимся на мужчин и на женщин. И начнут мужики хор. Мы с Денисом начнем. Он еще не знает об этом. Все ребята в зале, подстраивайтесь к вам просто. Такой будет сильный мужской хор. Я потом скажу, куда девочка Thank you.
Матерь Вселенной, будь счастлива, излей свою радость и счастье на всю Вселенную. Ты форма бед, твое тело мантра. Матерь Вселенной, будь счастлива. Проси на Вишну Швару.
Om Namah Shivaya.
Поставили гармошку для мебели. Эй, Шива Шанкара, эй, Махешвара, Сукхакара, Дукхахара, Хара Шива Шанкара. Эй, Шива, но лучше О Шива, Махешвара, Ишвара, Владыка, Маха, Великий, Великий Владыка, О Великий Владыка Шива. Сукха Кара, Сукха Счастья Кара, Дарующий, Духа Печалька, Духа Хара, Хара Разрушающий, Хара Шива Шанкара. Слава тебе, Шива. Thank you.
Yeah.
жизни. Oh,
Сегодня Саша Лохой нас ударил. Растительность, не терять бдительность, благо.
И да прибудет мир в зале, мир и уважение, друзья. Да прибудет мир в зале, мир и уважение, ребята. Да прибудет мир, только мир, мир и уважение, друзья. Oh,
можно заказ оставлять, да? Да. Эй, Махарадж,
везде, вам еще дадут в Москве проораться, чтобы не забрать. Yeah.
случаем, пока Тигран с нами, давайте поем еще одну классическую. Это был классический баджан здесь. Еще один. Ямаха, хочешь с нами это садиться? Shiva, Hara, 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 Shiva, Shiva.
экрана. Всеобщая ведическая завершающая молитва. Асатома садгамая, тамасома джиотингамая, мритирма амритангамая. Считается, что когда мы попили вместе все, это была лайка, которая 24 часа в сутки наяривает нам свои мелодии, она немножечко затягивает. И мы себя обнаруживаем в конце программы не в самом плохом месте, не с самыми плохими людьми вокруг. И вроде мы где-то внутри себя обнаруживаем какую-то такую небольшую, ну вдруг, благодарность к жизни. Ни с того, ни с сего. Или просто счастье, да, радость. И в конце будет еще Лука Самостасу Кино Баванту. Да будут счастливы все живые существа. Такой тонкий момент, когда себе уже вроде хотя бы пару секунд ничего не хочется. И ты такой, пусть уже я не буду счастлива. Да. От неистины к истине меня веди. От тьмы к свету вперед направляй. И от смерти к бессмертию меня веди. Минимальную благодарность к жизни. Может, вам кто-то руку.
упадал, когда вы выходили, или просто если за что поблагодарить? Лока самостал. Лока самостал. Спасибо большое.
Вся прямая трансляция была на Фейсбуке у меня на стене. Можете включать и подумать. Денис, как тебе сегодня? Подтянулся? Да. Да.